Всем привет! Blender 2.79. Да, устарел. Да, не надо в нем, наверное, лазить. Но дюжить интересно. Погнали. Сделаем теперь аптечку, добавим. И убывание именно жизни. Открываю предыдущий наш вот этот, нашу игру. Чуть-чуть я ее доработал. Как именно включать, подсоединять, я не буду показывать. Я вот именно поэтапно расскажу, что включено и так далее. Итак, нужно первым делом включить сцену, которая у нас отвечает за патроны. Это сцена, вот сцена. И вот они у нас патроны. 30 патронов. Нужно добавить сюда вот эти вот 100 жизней. Или 10, или 20. Ну, как вам будет интересно. Как это все делается? Это Shift A. И находим текст. Открываем текст. Он сюда подгружается именно в эту сцену. Почему-то очень долго подгружается. Потому что у меня пивот вверху. И вот теперь все это дело можно сюда вот так вот опустить. Заходим, жмем табуляция. Сначала все это дело уведем с центра. Жмем табуляция и вот так все это дело очистим. Можно добавить сюда именно модель сердца. И вот поставить перед надписью. Можно добавить просто английские буквы HP. Теперь табуляцию убираем, жмем английскую S. Ну, так же, как поменять цвет, все это уже показывал. Ну, вот теперь подставили, понятно, что это здоровье. Ставить так надо, чтобы танк, опять же, не мешался. Можно вот чуть-чуть вот так вот в бок отвести. Что здесь включено? Смотрим. Это вот с этого надо начать именно. Не с танков, не с каких-то деталей, а именно вот с этой 100 цифрой. Включаем цифру 100. Сбоку создаем именно тестовое, вот это, тестовое свойство. Называется оно текст. И ставим его целое число. Все, это сделано. Проходим, что будет делаться дальше. Так, чуть прибавлю. Теперь мы создаем сообщение вот этому числу 100 и говорим ей свойство, что нужно именно добавлять, то бишь убирать свойство текст значение минус 10 и ставим тема 2. Еще одно сообщение мы пишем, что тема 1. И если что-то произойдет, то свойство должно присвоить тексту 100%. Можно поставить 10, 20, ну, без разницы в принципе. И вот тут выходит два сообщения и два действия. Одно действие именно для аптечки. И вот для аптечки это первая тема, прям называем тема 1. А вторая тема для танка, который будет сталкиваться у нас именно с другим танком, что он убирает минус 10, а аптечка добавляет 100. Так, ну, надеюсь, понятно объяснил. Так, теперь заходим на первую сцену, и тут уже что делаем? Добавляем именно аптечку. Вот она, аптечка. Как она добавляется? Это файл, это импорт. Формат, какой у вас есть, общий или это, находите эту аптечку и просто сюда подгружаете. Английское S, G, именно передвигаете, уменьшаете. Словом, ставите туда, где она должна стоять. Shift, зажатое колесико, все это дело крутит, вертит. И вот теперь нужно выбрать аптечку правой кнопкой мыши. Аптечка выбрана, вот это ее теперь сенсор и актуатор. Аптечки мы говорим, что если столкновение произошло с танком, как он называется. Так, кстати, аптечки мы тоже ставим игровое свойство.
называем ее аптечка и ставим число с PL точкой, с последующей точкой, короче. И все, здесь больше нет ничего. И вот теперь столкновение именно вот с этим зеленым танком. Что будет происходить? Должна она исчезнуть. Это первая правка объекта и вот удаление объекта. При столкновении объект удаляется. Второе сообщение, которое должна отправить аптечка при столкновении именно на текст. Вот мы пишем. Сообщение, тема 1, именно вот тема на повышение, восстановление вот этой суммы жизни. Свойства открываем. И свойство говорит, что прибавить, присвоить аптечке, вот свойство аптечка, значение 100. Все, здесь других настроек нет. Так, столкновение и сообщение, правка и свойства. Так, это все понятно, наверное. Теперь нам нужно настроить именно танк. Вот этот зеленый танк. Мы переключаемся на него. Вот так вот. И здесь вот его уже настройки. Здесь их уже побольше. Опять же, добавляем уже не игровое свойство, а вот ниже, которое находится. И что тут у нас есть? Это куб. Так-то это танк 1, а нападает танк 2. Но у меня написано куб. Я как вначале написал, не переименовал. И ставим ему таймер. Именно вот он, таймер. Все, здесь больше ничего. Следом, что у нас тут? Ну, первые вот эти вот 1, 2, 3, 4, это у нас движение, коллизия, повороты. Так, что тут еще стоит? Свойство куб равно. Это вот, вот эти два уже добавочных идут. Давайте их рассмотрим. Итак, свойство, что равно тип оценки, равно кубу 0. Если у куба при столкновении он достигает цифры 0, тогда у него... Так, это какая выходит? Тогда у него перезапускается игра. Вот, ставим именно вот здесь игра. По-английски это вот называется property. Сейчас я все это дело переведу. Так. На английский. И вот здесь стоит property. Это вот этот актуатор. Здесь вот он находится. Property, вот он. И мы ему здесь нажимаем и выбираем games. Вот здесь вот. Находим game. И ставим restart игры. Следующее. Коллизия. При столкновении с аптечкой отправляется... Так, message тоже отправляется properties, property, но уже message. Находится он вот здесь вот. Message, вот он. И он отправляет тексту 003, ну вот у меня третий текст в игре, отправляет именно, что группа 1 должна сработать. Группа 1 это добавить жизни. Получается, если танк сталкивается с аптечкой, ему добавляется именно 100 жизней. Ну, полные баллы. Так, при коллизии, при столкновении с танком, вот если с танком, как же объяснять так тяжело. Если зеленый танк, вот этот, сталкивается вот с этим красным танком, вот отправляется property, что куб, это зеленый танк, и пишем куб минус 10. У этого танка зеленого отнимается минус 10 баллов. И вот вот эти вот дополнительные настройки, которых не было в прошлых роликах, именно коллизия, property отнимает
у куба минус 10. Property стоит egular, egual. У куба ставит 0. Если достигается этот 0, то перезагружается рестарт игра. И при коллизии, опять же, при столкновении с аптечкой, отправляется именно месседж на текст, вот это 100, с группой 1, чтобы добавить именно 100 баллов. Так, ну как мог объяснил. Так, идем дальше. Теперь нужно поднастроить вот этот танк. Вот он у нас, противник. Тут немножко у него изменений. Вот эта верхняя часть, опять же, вся остается. Но добавляется ему вот единственное, что столкновение с кубом, то бишь с первым зеленым танком. И добавляется ему месседж. Отправляет текст на текст 003, сообщение типа, и с группой 2. Группа 2 это минус 10. Вот, в принципе, и все. Верхняя часть так и остается, вот это вот движение по осям на мэш. Вот эти все дополнения. Больше дополнений нет. Единственное, что давайте вот рассмотрим теперь вот эту группу. Вот называется она у меня танк и интегер. Интегер. Да, мать, опять переводить надо. Us properties. И назначаем перевод. И вот стоит танк, целое число. У этого танка красного противника стоит целое число. У зеленого, сейчас все это дело опять посмотрим, чтобы вы не забыли. У зеленого стоит название типа куб, но это тоже можете назвать танк. И стоит таймер. Вот здесь уже таймер. У аптечки, смотрим, что у аптечки стоит. Написано аптечка и число с PL точкой. Вот это вот называется так, вот эти группы. Ну и в принципе смотрим, что получилось. 0 на нампаде, колесико, игра, поперли. Переключаемся на сцену, где у нас именно находится старт игры. Вот кнопку мы делали, если кто-то делал, конечно. И нажимаем английскую P. И теперь нужно нажать вот эту кнопку щелчком левой кнопкой мыши. И должны мы попасть именно в первый тур. Вот теперь первый тур. Сейчас он проснется. Вот я вылетел. И он соприкоснулся, у меня минус 10. Я еду до аптечки, у меня 100. Я стреляю, убегаю от танка, делаю большой круг. Танков можно больше добавить. Доезжаю до патронов, и у меня опять полные патроны. Вот так вот. Теперь он меня опять заранивает, сталкивает. Вот сколько он докасается, я улетаю. У меня остается 60 жизней. И я рву аптечки. И вот, пожалуйста, здрасте. И вот с 80-кой я теперь должен опять взять и доехать во второй тур в портал. Все, я во втором туре. Все это, конечно, еще можно усложнять, усложнять, усложнять. Буду потихоньку, по мере, как будет у меня именно настроение и везение в этом деле, буду вам показывать. Все, всем пока, до свидания.